Привет, ребят, вы на канале Hardreset Info. Перед нами телефон Asus Zenfone 8 Flip, и в данном видеоролике мы настроим стиль шрифта на данном устройстве, мы поменяем, соответственно, шрифт. Делается это в настройках, то есть мы заходим в настройки. В настройках переходим в пункт под названием «Экран». И в экране мы пролистываем немного вниз, вот таким вот образом, пока не найдем в настройках экрана «Стиль». Нажимаем на стиль. В стиле нажимаем стиль шрифта. Здесь у нас есть разные стили шрифта, всего их три. И, честно, я не знаю, если я не ошибаюсь, никакие новые сюда добавить своими руками нельзя, только с помощью посторонних приложений. То есть выбираем один из трех. Левый — это стандартный. Здесь еще два других. Давайте выберем, например, правый. Нажимаем применить. И как видели только что, шрифт, весь шрифт на моем телефоне был изменен. Спасибо, что смотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!